конечно, мы понимаем, что мы можем, будем говорить, что-то лучше поесть, что-то, хотя, что значит лучше поесть? Если в Советском Союзе все было натурально, то сейчас у нас все искусственное на химических каких-то компонентах, пищевая продукция. Поэтому с точки зрения экономики она функционировала, она была нормальная. Мы благодаря этой экономике полетели в космос. Мы добились больших успехов в медицине, ресурсных сердца. Мы добились в науке. Лазеры, мазеры и другие научные открытия были в Советском Союзе. Даже компьютер был впервые в Советском Союзе изобретен в 1948 году. И дальше и больше мы гордимся нашими достижениями, а и наши достижения — это выражение экономики. А экономика Советского Союза была достаточно устойчива. Да, люди жили так, как они жили. Они не думали о себе, они думали о государстве в большей степени.